День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня я начинаю серию видеоинструкций по работе с таким замечательным ресурсом, как Wix. Wix – это конструктор сайтов, причем сайтов всевозможных, начиная с блога, кончая обыкновенной поздравительной открыткой. Ресурс хорош тем, что на нем можно работать, как закупая определенные тарифы, используя определенные тарифы, так и бесплатно. И на главной странице написана очень такая важная мысль, что все начинается с великолепного сайта. В интернет это так на самом деле и есть. Пока вы не создадите собственный сайт, пока вы не создадите собственную платформу для работы, продвижения в интернет у вас не будет. Вот такие возможности предлагает нам вот этот вот ресурс. Посмотрите, обратите внимание на то, что вы, даже не зарегистрировавшись, можете уже начать создавать сайт. Сам ресурс расположен у нас вот на этом домене. Обратите внимание, что это российская, что это русская версия. Вот здесь мы видим с вами ru.vix.com. И если вам необходимо работать на каком-либо другом языке, то вот вы здесь заходите вот на этот глобус и видите, что здесь достаточно большой выбор языков, которые будут удобны для вашей работы. Мы пока не будем заходить внутрь самого ресурса. Давайте мы посмотрим все то, что нам предлагают разработчики данного конструктора. Первое – это функции. Функций у ресурса огромное количество. Вот мы сейчас просто с вами, прочитав все, что нам предлагает этот ресурс, уже можем сделать определенные выводы. Вот эта декларация «У нас есть все, что вам нужно» – это действительно так. Потому что обратите внимание, что здесь очень важно, очень простой и удобный конструктор сайтов. Потрясающие – это действительно так, шаблоны. Более 250 предложений, причем они есть и платные, и бесплатные. И это действительно правда, никогда еще создание сайта не было таким простым. Вот я конструкторов видела очень много в интернет, и самый лучший конструктор, пока из всех увиденных, я считаю, что это вот конструктор Wix. Посмотрите, вот то, что мы сейчас с вами уже прочитали, практически здесь у нас и показано. Обратите внимание, что можно здесь установить собственный домен, можно создавать определенные сайты одностраничники, как посадочные странички делать, так и там, обыкновенные подписные странички. Можно делать многостраничный сайт, в коллекции которого будут эти ваши подписные странички, одностраничники. Самое главное, чтобы вы хорошо видели внутренним, так сказать, зрением, что вы хотите создать, для какой цели вы создаете данный сайт. И вот здесь есть App Market, то есть огромная коллекция приложений. Ну, как выше мы с вами видели, что 250 приложений. Очень стильный дизайн. Это действительно так. Мы сейчас не будем читать, что здесь написано, экономя наше время. Я просто, когда мы с вами будем создавать сайт, тестовый сайт, вы конкретно увидите, какие возможности предлагает нам этот ресурс. Пожалуйста, вы можете создать конкретный блог и работать напрямую с соцсетями. Вы можете создать интернет-магазин. Причем интернет-магазин можно создать, даже используя определенную систему оплаты. То есть подключить платежные системы. Прямо принимать оплату на сайте. Здесь есть бизнес-инструменты. Бизнес-инструменты включают в себя статистику сайта, очень хорошо оформленную. SEO-мастер с серьезными такими подсказками, особенно полезными для начинающих создателей своего собственного сайта. Вы можете установить почту на вашем домене прямо на этом ресурсе. Вы можете, например, настроить такие благодарственные письма. Человек подписался, и ушло благодарственное письмо этому человеку сразу после подписки. Вы можете вот благодаря вот этой системе создать собственную рассылку внутри своего сайта. То есть это не просто конструктор сайтов, это еще такой небольшой рассыльщик. То есть вы можете собрать сюда базу собственных подписчиков. Ну и работа поддержки круглосуточная. То есть вы можете работать с видеоматериалами, можете получить инструкции и советы, можете выйти на форум и поработать на форуме.
То есть работа здесь ведется очень качественно, очень грамотно на всех языках. Обратите внимание, что в каждом блоке есть вот такая кнопка «Создать сайт сейчас». Прямо вот не выходя никуда и просто даже не регистрируясь. Итак, это мы посмотрели функции. Возможности. Здесь нам ресурс предлагает примеры тех сайтов, которые уже пользователи создали. Пройдите, посмотрите. Посмотрите, насколько хороши эти сайты, насколько они функциональны, насколько они удобны. Давайте посмотрим теперь, сколько это стоит. Ну, как я уже сказала, что этот ресурс может быть бесплатным, а может быть и платным. То есть есть несколько премиум-планов. А чем хороши премиум-планы? Ну, во-первых, премиум-планы дают возможность нам убрать рекламу самого ресурса. Это ясно и понятно, что тогда, когда вы пользуетесь бесплатным ресурсом, то, естественно, сам ресурс имеет право себя продвигать и себя рекламировать. И он это будет делать на ваших сайтах, если у вас будет бесплатный тариф. Вы можете избавиться от этой рекламы, то есть чтобы ее не было у вас этой рекламы, но только в том случае, если вы начнете использовать тариф не ниже тарифа комбо. Это вот этот вот тариф, я им пользуюсь. Обратите внимание, что здесь у нас показано, что стоимость одного месяца 8 долларов 25 центов. Но это в том случае, если вы платите за год. Если вы платите ежемесячно, то это будет стоить 12 долларов. Вот этот тариф тоже, ну где-то будет он 6 долларов, где-то будет стоимость его. Но вот этот тариф, он хорош тем, что вы здесь можете подключить собственный домен. И у вас здесь будет премиум поддержка. Но этот план не отключает у вас рекламу с вашего сайта. А вот этот план, он уже отключает рекламу. Он дает возможность вам установить собственный фейвикон. Он дарит вам бесплатный домен. Вы можете создать собственный бесплатный домен, только не в зоне RU. Хранение данных 3 гигабайта достаточно много. То есть собственных ваших фото, видео и так далее. Ну и производительность 2 гигабайта. То есть ваш сам сайт может весить 2 гигабайта, то есть тоже достаточно много. Вот это вот достаточно дорогие планы, но вот в данном случае, видите, производительность безлимитная. Хранение данных 10 гигабайт. Цена, опять же, 12 долларов. Это самый популярный, естественно, тариф. Но он полезен для бизнесменов, таких крупных и фрилансеров. А это уже чисто для бизнеса тарифы. Персональный тариф, если вы сами самостоятельно работаете, то, конечно, вот этот комбо, он самый такой удобный тариф, будем говорить. Итак, с тарифами мы с вами познакомились. Теперь переходим к шаблонам. Опять же, шаблоны нам предоставляются сразу все, независимо от того, что мы с вами еще пока не зарегистрировались. Категорий у шаблонов много. Вот они все категории у нас. То есть мы можем уже готовый шаблон взять, заменить несколько картинок там и так далее. То есть подстроить его под себя. Чтобы познакомиться с шаблоном, вот пройти вот по этой кнопке. Вы наводите просто курсор сюда, и вы видите, что у вас здесь появляются две вот таких ссылочки. Здесь смотреть шаблон, а здесь уже выход на редакцию. Давайте мы с вами просто посмотрим шаблон. Вот такой вот шаблон кулинарный. Вот я такой шаблон использовала для того, чтобы сделать большой сайт со страницами, где каждая страничка буквально является подписной. Вот давайте мы с вами зайдем на этот шаблон. Вот одна такая подписная страничка сделана. Это на подготовку пикселар-эдитора, то есть изучение пикселар-эдитора. Вот посмотрите, здесь поставлена форма подписная. Просто включено видео. Обратите внимание на то, что сделано это на бесплатном домене, поэтому вот видите, вот здесь реклама и здесь реклама. Сделала выходы определенные на эти страницы, например, вот на подписную страницу «Как создать интернет-магазин» или вот такая подписная страница на рассылку по обязательным плагинам. Видите, легко и просто, быстро очень делается. Но давайте мы с вами зайдем сюда на главную страницу, и я сразу покажу вам один такой момент. Посмотрите, здесь я так как это бесплатный сайт, здесь я не могу подключить собственный домен.
Вот этот момент, я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Сам домен будет сгенерирован из вашего логина и домена самого ресурса. Вот эта вот часть, это уже часть, которую вы дадите конкретно на данный вот этот вот сайт. А вот основной домен, любой домен любого сайта на бесплатном тарифе у вас будет начинаться вот таким образом. Вот посмотрите, чтобы у вас здесь не было никаких цифр, никаких там каких-то непонятных букв, постарайтесь при регистрации, а регистрацию мы с вами будем делать тогда, когда вы зайдете вот по этой кнопочке «Войти», когда вы пройдете сюда, то вы вот такой вот внешний вид у вас будет. То есть, если у вас аккаунта еще нет, то вы пройдете вот по этой ссылочке «Создать аккаунт». При создании аккаунта у вас затребует e-mail. Вы постарайтесь зарегистрировать аккаунт на такой e-mail, чтобы логин самой электронной почты у вас был вашим брендом. В конце концов, создайте почту такую, чтобы в вашем бесплатном сайте, вот видите, у меня здесь Ирис Смирнов, да? Вот чтобы в бесплатном сайте, в вас домене был вот ваш бренд. Вот на это обязательно обратите внимание. Также вы можете зарегистрироваться, пройдя через Facebook или пройдя через Google. Но я вам советую создать полноценный аккаунт. Почему? Потому что если вы вдруг захотите создать, например, сайт с платежными системами, то есть платежи должны принимать, это все должно быть очень серьезно, очень продуманно сделано. Поэтому думайте вперед, чтобы потом не надо было ничего переделывать, не надо было ничего править, чтобы у вас все работало корректно. Я хочу вам показать, который уже создан на платном тарифе. Здесь я уже подключила собственный домен. Видите, я сделала у сайта своего irissmirnov.com, сделала поддомен и подключила этот поддомен. Обратите внимание на очень важную вещь. Конструктор вам дает защищенный протокол. Вам не нужно будет ничего устанавливать. То есть ваш сайт, который вы создадите здесь, у вас будет на защищенном протоколе. Кстати, вот этот на бесплатном домене, который у вас будет создан сайт, у него нет защищенного протокола. А на платном домене, на платном тарифе, извините, у вас уже этот такой защищенный протокол есть. Обратите внимание, уже здесь никакой нет рекламы ни сверху, ни снизу. И здесь вы можете создавать, ну, буквально любой сайт. Вот посмотрите, очень легко и просто я сделала этот сайт подписной. Вот здесь установила форму SendPulse и подписная страничка готова. Ну что ж, мы сегодня с вами познакомились с этим ресурсом. Ваша задача зарегистрироваться, пройдя вот по этой кнопке. В следующей видеоинструкции мы с вами начнем уже создавать сайт таким современным, очень удобным был для вашего пользователя, и чтобы вы могли это сделать все очень быстро и как можно меньше делали ошибок. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч.